Больше 40 саженцев ликвидамбра сегодня стали так называемой живой завесой, которая спустя время должна оградить жителей микрорайона Блиново от вида на погост. В свое время они обратились с просьбой помочь в этом вопросе и установить какое-либо ограждение. Деревья для данного участка – оптимальное решение. Совместная акция по высадке саженцев объединила депутатов-единороссов, молодежной организации и самих жителей микрорайона. Людям не совсем, так скажем, приятно видеть картину кладбища. Поэтому они обратились как-то сделать ограду, искусственно делать, что-то нагромождать в городе не хотелось бы. Поэтому было принято решение посадить зеленые насаждения. Люди откликнулись с удовольствием, вышли, сегодня сажают с хорошим настроением. Как видите, высаживают деревья. У нас у самих прекрасное настроение. Действительно, делаем полезное дело. Деревья подрастут и закроют кладбище. Но на это нужно время. Совсем немного его остается до пасхальных праздников. И в эти дни активно ведется уборка на городских местах захоронения. В преддверии пасхальных мероприятий остро стоит вопрос санитарного содержания кладбищ. Поэтому все силы в настоящее время брошены на поддержание порядка на территории кладбищ. Это и подрядные организации, и предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территориях кладбищ. По давно сложившейся традиции в преддверии Пасхи навести порядок на могилах приходят и родственники. Это просто необходимо делать. Это, понимаете, как навестить больного, так и покойного. Больной не может прийти, покойный тем более не может прийти к вам. Значит, мы должны прийти. И вот ухаживать надо. Это нужно. Я хожу, где безобразие, я убираю, потому что не все могут прийти. Это нужно делать. Это нужно детям прививать и внукам прививать, чтобы они помнили свои корни, знали, где у них родные лежат. И это все-таки очень важно. В Сочи 117 кладбищ. В эти дни на большей их части ведутся работы по уборке территории. Небезучастными здесь должны стать и сами горожане. С такой просьбой к сочинцам на недавней общегородской планерке обратился и глава курорта. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.